почему этот аэропорт самый опасный в мире. Вот посмотрите, коротенькая полоса, и самолет, когда взлетает, там сразу пропасть, большая пропасть. Самолет практически над пропастью просто взлетает. Смотрите, еще полоса вниз идет, вниз полоса, и там и заканчивается пропастью, обрыв. Вот он вниз пошел. Вниз, 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 и там пропасть. Оп. И все, пошел. Красота. Вот это опасный аэропорт реально.